Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Сьогоднішнього дня у Білорусі починається централізоване тестування. Нагадаємо, на Гомельщині яно буде проводитися у 6 вищих навчальних установах – Мазирському педагогічному університеті, Світлогорському державним індустріальним коледжі, Гомельському державним університеті, Гомельському технічним університеті, Білоруському державним університеті транспорту і Білоруському гандлюво-економічним університеті споживецької кооперації. Тестування буде проводитися по 15 предметах, першим випробуванням для абітурієнтів стане білоруська мова. У середніх навчальних установах Гомельської області пройшли випускні вечори. Сьогодні атестати вручені більш як 8,5 тисячам випускників 11 класів. Атестати об базовій едукації отримали каля 14 тисяч випускників 9 класів. Олег Сенцеров навідав одну з гомельських гімназій. Школа – важная ступень у жизни любого человека. По сутности, это мини-модель дорослого товариства. Менавіта тут человек учится быть дисциплинованным и нести отказность за свои учинки. За 12 годов у школы сутыкаешься с кривдой и радостью, с расшированием и поспехом. Спочатку середня школа, з 91-го експериментальна школа-лабораторія, потім гімназія бізнесу і права. За амаль 30 років 51-я гомельська гімназія не просто зробила великий крок до повищення едукаційного узровню. Сьогодні це одна з ліпших навчальних установ в області. Причим мотивації до отримання відео тут починають займатися, як тільки першокласник сяде за парту. У нас основне олімпіадне движення з першого класу. Ми починаємо вже з такого віку дітей привчати, тому що Олимпиада – это интересно, это новое знание, новый как бы, виток их развития. Ну и не забываем о том, что хорошее достижение на областных этапах, на республиканских – это и дополнительные бонусы при поступлении в высшее учебное заведение. Опошний навчальний год для 11-го А запомнится, напевно, не тільки учебой, экзаменами и выбором, куди пойти далей. Разом з іншими класами, наприклад, шукали таленты. По час конкурсу и дизайнерские проекты распрацовывали, и творчие номеры демонстрировали, и плакаты за здоровое харчевание малявали. И хоть заняли только 3-е место, особливо не засмутились. Школьные годы у памяти застанутся назавсёды, причем успомины будут только приемными. Во многом это объясняется тем, что в нашей школе особая атмосфера, и в первую очередь ее создают учителя, которые не просто стремятся как-то научить чему-то, да, они стремятся найти свой подход к каждому ученику, и чтобы каждый был заинтересован в том, что он делает. Вальс – обов'язковий елемент, за якого на Гомельщині вже традиційно починаються випускні вечори. 11-му А, правда, допомагають учні з 10-го класу. У випускників дівчинок удвоє більше, ніж хлопців. Така і сьогодні оказалася школьна демографія. І, бодай, саме головний момент – вручення атестату об середній едукації і пожадання від адміністрації гімназії заховувати усі ті добрі якості, які є у випускників. Головне – заставатися чоловіком у будь-якій ситуації. Я закінчила школу золотою медаллю. Також я Олимпиады по английскому языку, и в будущем я бы хотела стать переводчиком, связать свою жизнь с языками и, возможно, с какими-либо коммуникациями международными, если получится. 1 вересня у 51-ю гомельскую гімназію прийдуть каля 120 першокласників, які праз 11 годов так само отримають атестати об середній едукації. Причим у першиню за опошні 20 годов кількість навученців у гімназії перевисить 900 чоловік. Що тичеса випускників гэтага года, то їм у навчальній установі будуть завсёди ради. Урешті тут яны провели, магчыма, свой лепший час і зробили перший крок у дорослое життё. Олег Сінцеров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Старшиня Гомельського гарвиконкама Петр Кириченко уручив золоті і серебряні медалі сьогоднішнім випускникам. Такі узнагороди отримали 125 чоловік. Це прикладно 4,5% від агульної кількості молодих людей, які закінчили середню школу. У гэтым годзе у Гомелі 2802 випускника 11 класів, 125 лепших з лепших, паспяховых, молодых и креатыўных запросили у городский центр культуры для вручения аттестата особливого узору с одночасовым узнагороджыванием золотыми и серебряными медалями. По великим рахунку гэтай медали – отзнака за шматгадовую сумленную працу и мэтанакіраванасць. Дарэчы, за апошнія 2 гады колькасць медалістаў у Гомелі павялічылася на треть.
По словам самих выпускников, школьные годы запомнятся им как незабывные, чаровные и чудовные. В первую очередь, вряд ли кто-то с этим станет спорить, это заслуга учителей. И я хотел бы сегодня высказать слова искренней признательности, благодарности за то, что они не только свой опыт жизненный, знания свои передают. Но, наверное, чтобы достичь вот таких высот и таких детей подготовить, наверное, надо еще и частичку сердца и души вложить в этих ребят. Ну и, безусловно, родители. Потому что мы понимаем, что без их ежедневной заботы, опеки, помощи, наверное, такие бы замечательные ребята не состоялись бы в жизни. Поэтому я хотел бы сегодня всех поздравить, наших выпускников, и медалистов, и не медалистов, вот с этими памятными, запоминающимися на всю жизнь событиями, окончанием школы, получением аттестата, выпускными вечерами. Хочу пожелать, чтобы они в жизни выбрали правильный путь и им сопутствовала удача. Раз некалькі тыдняў у Будакашалёве будзе ўведзены ў эксплуатацыю мясакамбінат, які дазволіць стварыць 150 працоўных месцаў. Дадатковую колькасць чалавек плануецца працаўладкаваць і на дзеючых прадпрыемствах горада і раёна. Якія новыя вытворчасці з'явяцца ў будучым, даведаўся Дмітрый Котаў. В ближайший час у Будакашалёва з'явится новое предприятие с замежным капиталом. На месте былого убойного цеха райспожилсоюза будет дейничать мясокомбинат. Работы почалися у кастрычніку минулого года, а уже у липени бягучага плануется увод объекта у эксплуатацию. При полной загрузке на предприятии будет створено 150 працоўных месцев. Хорошая логистика. Здесь недалеко и дорога Минское направление, и Могилевское направление. То есть и с учетом того, что компания имеет свои предприятия в России, то недалеко отсюда, в Смоленской области. Тут это очень хорошая логистика, и Беларусь всегда славилась своим сельскопроизводственным комплексом и сельскохозяйственными своими угодьями. И народ здесь хорошо работает, и есть возможности поставки сырья, и плюс у нас в планах еще строительство откормочного цеха своего для полного закупного цикла. Так, уверенность в завтрашнем дне у нас есть. Товариство с обмежеванной отказностью «Баховяк Плюс» у Будакашалёва створено на месте былой птушкафабрики. Укласти сродки у белорусскую экономику вырашил польский бизнесмен, який полечил наш регион выгодным местом для инвестиций. Предприемство, якое занимается перепроцовкой мяса буйной рогатой живёлы и свиней, почало свою деятельность усяго полторы годы тому. Теперь средняя выручка на одного працующего больше за 520 миллионов рублей, а средняя заработная плата – 12 миллионов. Продукция предприемства «Баховяк Плюс» различается лишена у основным на экспорт. Головный гандлевый партнер – Российская Федерация. На предприятии создано около 90 рабочих мест. В основном это жители Будакашалёвского района, для которых созданы все необходимые условия для труда. Мы не останавливаемся на достигнутом, и уже в нынешнем ходу планируется ввод в эксплуатацию цеха по производству колбасных изделий с созданием новых рабочих мест. Далеко молодых предприемств района относится и Logic Box. Свою деятельность тут начали в 2013 году на базе объекта маемости, який не выкористовывался. Предприемство вырабляет контейнеры и упаковки для мясокомбинатов, молочных и хлебозаводов. Так само сирот продукции полипропиленовые и полистирольные пленки. На Logic Box створено 67 працовных местов. До конца 2016-го плануется уведение новых вытворчих могутностей, что дозволить працаўладкаваць еще каля 15 человек. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёвский район. У Гомельском лицее при инженерном институте МНС урочисто открыли пляцовку для занятия стрит-воркаутом. Гэта яшчэ малады, але ўжо модны спортивный рух притягивает усё больше аматоров. Стрит-воркаут – разновидность физкультурных занятков, при якой все практикования выконываются переважно на уличных конструкциях, таких как турник, брусы, горизонтальные и вертикальные лесвицы. В основе гэтага философского руху лежит идея об тем, что магчимости для тренировки можно найти у любым месцы и у любы час. А разностайность практикования с уласной вагой дозволяя подобрать нагрузку под любы узровень подрыхтовки. Хлопцам с лицея при институте МНС про воркаут рассказывать не треба. С ним тут добро знакомы. Зараз умовы для занятия у лицеистов выдатные. А на открытии пляцовки организаторы показали такое шоу, что жадание займаться возникло у многих.
распростаивать обсталевание докладно не будет, тем больше, что участка философии этого спортивного руху заключается в том, что каждый адепт может стать прикладом и допомагать развиваться иншим людям. Вогуле гомельских воркаутеров Украине лічать вельми моцными. Гомель является одним из самых сильных городов по стрит-воркауту. По крайней мере, судя по участникам, которые приезжают к нам на фестивали и чемпионаты из города Гомеля, это очень сильные ребята, и Гомель очень хорошо готов в этом плане. С надыходом лета и отпускной поры многие стали задумываться, куда отправиться на отпочинок и який его вид обрать. Что пропонуют нам замежные и белорусские турагентства, и как организовать свой отпочинок с максимальной корыстью для здоровья и кошелька, высветляла Вероника Ворошилина. Бодай кожен з нас хоть раз у год імкнеться змінити звикли городські пейзажі на морські курорти, цікаві екскурсійні поїздки або оздоровлення у санаторії. Які маршрути сьогодні з'являються найбільш популярними, а головне – доступними для жихарів наших регіонів, поспробуємо розібратися разом. У гэтым сезоне найбольш запатрабаванымі сярод жыхароў Гомельшчыны з'яўляюцца туры з вылетам з Гомеля. На сёння гэта Балгары і Чарнагоры. Еўрапейскія напрамкі, такія як Іспанія, Італія, Грэцыя, крыху збавілі свае пазіцыі. Многіх турыстаў адпуджвае неабходная працэдура біяметрыя, або, прасцей кажучы, адбіткі пальцаў. Для яе праходжання часам даводзіцца ехаць у Мінск, бо яшчэ не ўсе візавыя цэнтры ёсць у Гомелі. Навінкай жа сезону, на якую туроператары ускладаюць вялікія надзеі, зараз з'яўляецца адпачынак у Грузіі. 17 июня стартует у нас чартерная программа «Минск-Батуми». Предлагаем мы хорошие варианты размещения в Батуми, в близлежащих поселках. Что тычется ценового диапазону, бодай самым выгодным по цене и якости вариантом на сегодня является Болгария. Отпочинок у этой краине, у залежности от дома, харчевания и проживания, разом с вылетом с Гомеля на 9-10 ношей, у середнем будет каштовать от 300 до 500 евро на человека. Черногория обойдется крыху дороже, от 400 евро без харчевания. Самыми элитными вариантами по-ранейшему застаются экзотичные Мальдивы и Сейшелы, от 3 до 5 тысяч долларов на двоих. Дальше зараз у я снизились кошты на отпочинок у отелях класса люкс у Турции. Так само в этом сезоне бывают выгодные пропановы гарачих туров, как, например, отпочинок у Испании всего за 750 евро на двоих при умове открытой визы. В целом европейские туристические направки занимают среднюю ценовую приступку. Мы рекомендуем в европейских странах туристам брать питание полупансион, это завтрак и ужин, чтобы максимально уже было оплачено питание при отдыхе. Это обойдется около 600 евро, 500-600 евро с человека вместе с перелетом. Пропонуют жыхарам Гомельшчыны шмат цікавых беларускіх турпаслуг. Сярод найбольш запатрабаваных айчынных экскурсійныя маршруты прызваны расказваць пра багатую гісторыю і культуру нашай роднай зямлі. Гэта ўнікальныя палацава-паркавыя установы, такія як Мірскі і Несцерскі замак, палац Румянцавых і Паскевічаў, знакамітыя святыні, у тым ліку горад Тураў, і іншыя знакавыя месцы, якія прываблюваюць сваёй прыгажосцю і спрадвечнасцю мясцовых і замежных турыстаў. Трэба адзначыць, кошт такіх паездак з'яўляецца доступным. Ён варьируется от 80 до 500 тысяч белорусских рублей. А у пошний час у Беларуси активно развивается и вытворший туризм. Гэты экскурсии на ведущие предприемства краины с дегустацией продукции. Так само не губляя свою актуальность отпочинок у агроэкосядзібах. Их на территории Гомельшчыны размещается больше як 200, а эконом до вип-класса. Тут пропонуют самые разные напрямки отпочинку. От лазни, рыбалки, полявання до сплаву на туристичных байдарках. По-ранейшему запотребованными з'яв являются и белорусские санатории. Дарэчы, одним оздоровлением тут, звычайно, так само не обмежевываются. Мы сотрудничаем с санаториями, когда людей забираем прямо из санатория и везем на экскурсии. Да, если это недалеко от Гомеля, это может быть Гомель, это может быть Красный берег, очень интересное направление, это может быть Рогачев, это может быть Чечерск. Музей хлеба. То есть санаторно-курортное лечение, которое направлено именно на лечение, оно не является таковым, потому что люди не только лечатся, но и познают что-то. Отправиться гэтым летом отпочивать на замежный курорт або застаться у родных белорусских мясцінах кожны вырашае сам. Галоўнае не забывать при гэтым об мерах особистой безпеки и проводить час выключно с добрым настроем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». І гэта была апошняя інфармацыя нашага выпуску. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі ў вобласці. Заставайцеся з намі.